Всем привет! Сегодня у нас очередной полезный очень рецепт, а главное вкусный, не просто полезный. Сегодня мы будем делать бургеры из нутовых котлеток, а булочки будут из рисовой муки. Короче, что нам для этого понадобится? Здесь лучок репчатый, кольцами порезанный, помидорки, тоже можно сказать колечками, кружочками, салат. Ну, салат уже смотрите сам, какой любите больше. Можете пекинку заменить, просто капусту. Но с салатом помягче. Огурчики соленые. Для любителей остренького горчичку. Сами котлетки из нута. И рисовые лепешки. Как они готовятся, мы вам сейчас покажем. Котлеты делаем мы очень просто. Отварной нут, большая луковица, соль и любая специя. У меня был сельдерей, я высыпала его, либо зелень. Итак, добавила я риса. Добавила на глаз, чтобы оно скрепилось. Вот такие вот у меня получаются. Все, будем нажаривать котлетки для нашего обалденного бургера. Пока жарятся котлетки, смотрите, какие они красивые получаются. Буду готовить лепешки. Очень просто. Рисовая мука, вода и соль. Все на глаз. Делайте консистенцию такую, которая вам подходит. Можно, кстати, мы и блины печем, и оладушки из рисовой муки. И можно погуще, потолще, чтобы получились лепешки. Ну что, будем перемешивать и смотреть, какая консистенция получается. Дваренька помогает, перемешиваем. Смотрите, как получается. Вот на такой консистенции мы остановимся. Придется выкладывать ложечкой аккуратненько. И будем формировать булочки. Вот, решила показать, как я сделаю. Выкладываю, набираю в ложечку. Выкладываю. И нужно... Смачиваю обратную сторону ложки, потому что тесто прилипает. И так вот осторожненько формирую подобие булочки. Ну вот так. Ну, подсушилось с двух сторон. Ну вот эти уже можно перевернуть. Вот такие замечательные они получаются. Хочу показать, какие они получаются. Крепенькие, вот видите? Просто классные. Значит, все у нас приготовлено. Теперь нужно просто собрать. Что мы делаем? Мы берем, допустим, это вот у нас низ получается. На низ сложим листик салата. Берем котлетосик. Можно горчички. Я люблю острое, поэтому у меня будет с горчичкой. Теперь у нас пойдет лучок. Дальше у нас идет помидорчик. На помидорчик у нас идет огурчик солененький. И сверху прикрываем все это листиком салатика. Вот такой вот бургер у нас получился. Просто замечательный. Очень вкусный, поверьте на слово. Ну что, вперед в магазин за продуктами и готовим бургеры. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Всем пока!